Фондовая биржа NASDAQ запустит такие фьючерсы на биткоин, которых ранее никто не видел. Сейчас биржа находится в стадии изучения вопроса о запуске фьючерсных контрактов, которые будут отличаться от аналогичных деривативов на конкурирующих биржах. Об этом сказала генеральный директор фондовой биржи NASDAQ Адена Фридман в интервью CNBC. Она подтвердила информацию о том, что NASDAQ запускает фьючерсы на биткоин, но не указала график запуска. Тем не менее, комментарии Фридман показывают, что разработка продукта действительно происходит. Основными конкурентами NASDAQ являются CBOE и CME Group, которые выпустили биткоин-фьючерсы ранее.